Эй, Нагот, ну чё, всем привет. Надеюсь, там предыдущие серии зашли вам там. Качество видео, там все дела. Лайкосики были, комментарии. Всё, давайте на ареничку подерусь немного. Противник. Давай. Завози своего противника. Цинка-цинковый дом. Покажите, чему научились. Давай, сейчас покажем. Поехали. О, слушай, тут надавали прям жирно, вкусно. Гадюку мне дали. Или как он там? Короче, МП5 дали. Оп, фонарик был. Как тебе, братан, там хорошо? Рвача, рвача. Давай бабло сюда свое. Да, перегрузыч. Давай. 2000 дал. Давай, сейвик. Сейвик, сейвик. Еще противник. Давай, погнали. Сейчас посмотрим, что там. Ой. Претендент на звание чемпиона или просто кусок мяса? Или. О, обрезочек. Нифига себе он лупит. И отдача еще такая, блин. А подожди ты, мне бабло слутать. Я не успел со второго. Ну да ладно. Давай, сколько? 3000. Давай еще сейвик. Может еще раз какой-нибудь. Ну не с человеком. Есть какая-нибудь тварь. Добро пожаловать на арену. А типа меня дальше не пускают, потому что мне еще типа ранг там может новичка какого или типа того. Да, именно поэтому не пускаешь. Нехороший вы человек. Кстати, с этой пушки можно так вот с лазером вот эту вот. С точки, короче, работать. Все, давай, короче, за хапкой схожу. Избегаю, короче, квесты повыполняю. За хапкой, за водой там. А где же, проходи, не задерживайся. Или я слишком быстро пробежал? Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть Сигаретки. какие-нибудь О, интересные. сигаретки я люблю. Слушаю Что, тебя. это хавка? Это шкафка, но она не берется. А я-то думал, стоит только выжигатель пройти. Где-то тут за ним и кофеин хватает взял. артефактов, исполнитель желаний. Сидорыч. Дурак. Сидорыч. Дурак. Сидорыч. Сидорыч. Знаешь же, Сидорыч. имя твое Сидорыч. идиотское. Давай сюда, иди. Па-п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 а
Коста какая-нибудь? 1900. Не учатся ничему некоторые, и учиться не хотят. Кино американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Слабо отрезвляющий им напиток. А сколько ты? 32 секунды. Кроме бабок, пока кишки по веткам не разбросает. Так. Еще и насыщение дает. Это водка, господи. Смотри, вот вода. Очищенная вода. 31 минус 9. Ну, кстати, я вам скажу, вот это повыгоднее покупать. Вот так, кавка у меня есть еще. В достаточном количестве. Ладно, давай еще вот так вот водичку. А, кстати, водичка на 3 использования. Повыгоднее. Ну что, готовы к рейду? Так, подожди, я тебе хлам еще всякий не продал.
А тебе он и дагом не нужен, да? Ну тогда какой-нибудь ящик сложил бы. О! А, ну давай сюда сложу все это. Мышленную смазку там. Для кого-нибудь там. И будет. Промышленно смазывать будет. Ну что еще я могу выложить? А все нужное. Вот это могу выложить. Не тот уже хабар пошел. Не тот. Это непригодное. Блин, может нафиг эти непригодные патроны? От них клины бывают. Да! Я жадный чувак, короче. Как жизнь? ПДА? Где мой ПДА? И не радиации тебе, не твари. Так, вот это давай, и вот это. Ой! Извиняюсь. Все еще болею. Так. Пострелять мутантов. Понял. Это самое ближайшее. Вот туда сейчас и сходим. Так, и утолить жажду. Утолить голод. И опять утолить жажду. Все. Утолились. Ну, кстати, как вам ночь? Светло, прикольно. И он типа все равно хочет пить. Какая нафиг радиация? Радиации у тебя нету. А, типа действует эффект излечения радиации. Он поэтому не хочет. Здорово, мужики, сейчас, короче... Сейчас, короче, мастер-класс покажу. Так, сколько у вас там? Ну, две вижу. Я, кстати, по-моему, у Сидрича взял этот квест. А это все потому, что я использовал какие патроны? Правильно, я использовал хреновые патроны. Короче, пацаны и долговцы, так не делайте. Понятно? Это был сон, это приснилось, короче. И чтобы еще клин был с первого патрона. Нет, короче, нафиг эти хреновые патроны я отдаю, продаю. С этим залупным прицелом ничего не видно. Блять, таки куснул, а? Таких куснул у меня за жопу. Так, у меня хватёк, походу, да? Давай срежем теперь все это добро. И музыку давай тоже срежем. Потом там ва-ва-ва забывает. Обновлено, да, я взял все-таки под квест на шкуру псевдопса. А непригодные патроны, кстати, по-моему, даже никто и не покупает. Разобрать. Так, непригодные же, да? Вот это вот, непригодное. Разобрать, все. Разрядить. Разобрать. Все, и теперь заряжаю нормальными патронами. И непригодное дерьмо больше не беру, блин. Все, давай. Вот так вот. Сейф. А то что-то уж, блядь, он как-то клинит, блин, часто с ними. И перевес у него, короче, ебанул. Так, ну, собак пострелял, шкуру псевдопса нашел. Как бы вот все, что надо для счастья. По идее, для Сидоровича. Ой, для Сидоровича, для бармена хотел сказать.
оговорился. Ну как вам небо? Здравствуй, небо голубое. Ну, у тебя ж не такое крупное. У тебя, смотри, вот 39 можешь тащить. Чё ты там задыхаешься уже? 36 кг у тебя только. Так, бабла у меня 19 470. Сразу меня там на карточку скинуть не может. А было бы неплохо. Было бы неплохо. Давай. Проходи, не задерживайся. Все, прохожу, не задерживаюсь. Поговори с барменом. Ну, как скажешь. А где он там? Бармен, 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 бармен. Давай, я выполнил. И я выполнил. Ну все, десятку где-то подлутали. Вот это вот тебе я тоже отдам. Вот эту вот всю хрень. Вот, еще плюс 1200. У тебя воды завоз. Вот, давай. Все, нормально, мне хватит. Мне хватит? Мне хватит. Так, подожди, а из этих патронов разобранных что получилось? Получились гильзы. С основной части боеприпасов. Наверное, из них там можно как-то крафтить, там другие, может, боеприпасы. Я вообще без понятия. Так, ладно, куда двигать сейчас? Пу-пу-пу. Список заданий. Старый друг. А я ж тебе говорил уже. Он мне, по-моему, говорил, типа, пиздуй. Он мне уже помог, он мне, типа, дал задание, типа, иди, короче, в этот, на агропром, и там, короче, найдешь свое счастье. Ладно, защита интересов. Ты где? О, нихера себе там закинуло. На затон, или как эта локация называется? Так, ну мне сейчас за тобой уйти, да? Просветитель тайников. Заантресорил тайник где-то в пределах деревни. Мне же необходимо найти тайник. Ага, ну это деревня новичков. Так ладно, давай в эту темную долину сходим, или как она там называется. Возьму там, короче, по поручению бармена задание. Тайник там его, то есть по его заданию. Здорово, мужики. Ну чё, дикая территория впереди. Давай, сейвик. Это сейчас при переходе на локацию должен сохраниться. Неважно. Давай, погнали. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Сейчас все будет офигенно. Давай. Хуяк перешел. Мистер Аномалия. Так, мистер Музыка. Мистер Аномалия и мистер Музыка. Братаны, вы кто вообще? По призванию. Долгоши, блядь? Или сталкера, или кто вы? Долгоши. Здорово. Не возражаешь, да? Не возражает. И ты не возражаешь. И ты не возражаешь. Там уже кто-то воюет с кем-то.
Ну, я, кажется, плюс-минус понимаю, где это. Сейчас он тут. Там псевдохрень сидит. Лучше туда соваться пока не буду. И то мало ли что. Подбегаю эту жгучую залупу. Эй! Больно, блядь. Наймиты там сидят. Давай, аптечку первой помощи. Быстро хаваю. Опа, там мутант. Там ебучий бюгер. Тебе, блядь, сколько надо всадить? Дорогой ты мой. Но я вижу, ему там нравится. Так и мне. Все? Угомонился? Ну такой живучий, я вам скажу. С двумя косяками, блядь. Это бюгер наркоман. О. Так, мне что-то залупа не поганит, нет? Если я так пригнусь. Оп, 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 оп. Давай, аптечку, быстро. ХПшка, ХПшка есть. Сейф. Мне кажется, там еще кто-то сидит точно. Давай, что у тебя есть интересного? А, патроны мои есть. Нашивка. А, взрывчатое вещество какое-то. Патрики. Эти можешь себе оставить. Что-то. АЕК у тебя, да? Па-па-пам. Разобрать. Ну, кстати, АЕК у тебя в неплохом таком состоянии. Тебе скажу. А что по прицелу, кстати, у этого АЕК? Я просто хочу посмотреть. Ну, он такой, он поудобнее, но мне больше 60-ник магазин больше нравится, если скажу тебе так. А выше одного калибра, блин, хули ты глушители не хочешь ставить? Ну. Короче, тут походу, наверное, чтобы ставить, это надо это... На верстак, короче, идти. Ну, мне кажется, пока так. Блять. Я уже думаю, нафига они с ногка, блин, обидели. Господи, ну давай бинт еще съешь. Братан, а лестница-то тебе что сделал? Ну понятно, я, блин, враг твой, ну а лестница-то что тебе сделала? Дурень, блин. Короче, не расслабляем булки и за сноком не лезем. И музыку потише делаем, да? Без этого вот вообще никак. Так, коврик на мышке подправить. Ага. Все. Можно в бой. Дядя? Дядя? Дядя?
По кайфу, что там у тебя? Да, ФАМАС уже лежит какой-то. Ну ты точно последний, да? Патроны, вот это, вот это, вот это. Вот это. Нормальные? Нормальные. Разрядить ненормальные. Разобрать. Ну, забирай себе, дарю. Убедил. Убедила. Убедила крокодила. О, вещь. Так. Музыка. Нет, показалось, ладно. Думал, ща как шамарну, блин. О, снорчик-то богатый оказался, богатый. Так, хреновых боеприпасов у меня же нету. Не, хреновый не ношу. То есть на калашников так нормально у меня патронов. Вот на этом маловато. Так, ладно, что по заданию? Давай. Там где-то? Было ваше, стало бармен попросил выкрасть важный документ и доставить их к нему. Где-то оно тут должно валяться. Прям вообще, вот тут-тут. Ну, конечно, давай еще наверху проверю. Похаваю. И проверю, да? Ой-ой-ой, а я знаю, что это. Это, мать его, выброс. Блять, и почему хули так темно стало? Я вообще ни хрена не вижу. Та-та-та, фаер, 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 бери, бери фаер. Забежать в тоннель. А мы сейчас передохнем, блять. А не передохнем. Успеваем. Энергетик. Энергетика нету. Ой, блядь, а я тут не спрячусь. Ну все, пиздец мне, да? Пофигу. Беги. Беги. Ну хоть куда-нибудь беги, блин. Энергетиков нету, вот это. Геркулес, блядь. Сюда. Похуй. Аптечка. Винт. Вагон. Фух. Ну сейчас, короче, ходить сплутать все это свое добро. Ну чё, выжили. Главное, что выжили. Пришлось, конечно, конкретно так разгрузиться. Дай посмотрю, что это здесь. Патроны галимые. Я понял. Давай спать. Часик, пока там выброс бушует. Все, выполнил задание. Все, можно назад идти. Добро свое подбирать.
Так, пулеметыч. Так, а я в этой херне ничего там не скидывал? Вроде ничего не скидывал. Вот это бери. Так, ну вроде все слутал свое, да? Симк там, уимк. Я, конечно, мог вот так обойти, но что неинтересно, блин. Господи, что это, блядь, такое? Это ворона, что ли, там? Да, это ворона. Так, у меня на этой локации еще какие-то интересы есть? Да, у меня есть. Я хотел наверх подняться, но начался выброс. Так. Разряжай, выбрасывай. Ну, все равно поломано, типа, ну нахрен мне он сдался. Ну что, остальное все нужно. Остальное все мне надо. Ой, ой-ой-ой. Так. Сюда, наверное, да? Он где-то вот в этой стороне, где-то тут должен быть. Вот он. Вот папочка с документами. Что-то роликовая. Личинка. Нет, давай вот это аккумуляторы возьму. Вот это давай. Вот это, по-моему, что-то стоит. Ну и вот это. Ну все, мы, короче, перегружены, прям загружены по самые... По самой не балуй. Ой. Там ничего не сломалось у тебя. Так, все, давай, сейф. Карта. Задание. Мне с этим перегрузом не особо куда-то хочется идти. А вот еще тут что-то есть. Подожди, расхититель тайников. Так, это я сдать, это типа ему защита интересов. В рыжий лес он уже добрался. Ё-ё. Ошибка бандитов 11 штук. Это я понял. Все, короче, топаем к бармену. Просто вот к нему летим. Ну, конечно, как летим. Че, как думаете, если там пройдем? У нас не особо там облучить, скажем так. Или что там? По-моему, там хим воздействие или что там. Пофиг, давай сохранимся. Блять, какой-нибудь еще бы Геркулеса бы, а. Или что-нибудь, что убирает перегруз. Ну да, здесь радиация. Ну, вроде не страшно. Держим. Держит костюм радиацию. Противогаз держит. Вообще по фене. Нету стамины, говорит у меня уже, да? Вот реально там костюм этого какого-то там диггера, или как он там называется? Костюм таскальщика. Пси-защита, насыщение. Нет, давай-ка косячки мы продадим. О, долговцам, они, наверное, любят. В скобочках, наверное, нет. На свободе вроде такие ништяки надо продавать. Господи, мой этот костюм дает плюс 3 килограмма. Братан, ты представляешь, что такое 3 килограмма таскать? Это у него, короче, вот... Даже карманов по бокам, наверное, нет, вот 3 килограмма. Это у него вот впереди, вот как на этой, на худи, ну, на байке. Типа там положил там, прям, пиваса, я не знаю, пошел довольный. Это вот весь его переносимый вес, это вот с этой куртки. И портфель там у него еще школьный рюкзак, блин, да? Сколько дает? Ну, 21 килограмм, но это уже там что-то плюс-минус.
Но все равно. Такое себе. Вот типа нормально бы там какой-нибудь рюкзачину такой. Нормальную бы куртку. Там с разгрузкой, там все дела. Вот это было бы вообще тема, да, мужик? Не то, что это фигня там. То, что я ношу с собой. Сколько аккумуляторы весят? 0,6. Немного. Ничего, сейчас допрем. Сейчас допрем, продадим. Будет нам счастье. Ладно. Чё, может, допру я уже вне записи, как думаете? Просто в следующей серии увидимся уже там, на месте, когда я все это солю, добро, барахло. Ладно, с вами был Зазепа. Все, всех люблю, целую. Надеюсь, понравилось видео. Жду от вас лайков, подписок, комментариев. Не без этого. Все, всем пока.